так и пришли, все тут здесь перевернули, буквально все с ног на голову, палатку, где короче, нас девочки кормили бутербродами, чаем поили. Верующие здесь стояли днем и ночью, а верующие где люди. Сейчас? Где ваш активист? Убежали, потому что страшно было, ехала техника по полю, по всем дорогам, ехала техника. Люди подбежали, подпалили и убежали отсюда. А сколько людей убил? Мы не видели. Мы не видели, потому что мы пришли позже. Перевернули все, палатки перевернули. А почему нападение из украинской армии? Почему нападает Украина? Да. Ну потому что они нас не считают за людей, они нас считают быдлом, они нас считают сепаратистами, они нас считают террористами, а мы защищаем свой родной город.